Фонтаны, подземный паркинг – так видит будущее бульвара Кокуй городские власти. Мэрия предлагает к реализации проект застройки и комплексного благоустройства бульвара. Документ презентован на региональном инвестиционном портале. Планируется несколько новых зданий на 13 тысяч квадратных метров в едином стиле застройки исторической части города. Пешеходная зона, которая соединит площадь Пушкина и площадь Революции. Будет также детская зона, амфитеатр, чтобы проводить городские мероприятия, и паркинг на 400 машиномест. Проект предусматривает организацию удобного и безопасного перехода через Крутицкую по подземному пешеходному переходу. Этот проект уже не первый. В начале 2017-го специалисты консалтингового бюро «Стрелка» разработали для центра нашего города концепцию благоустройства. В нее попали Шереметьевский проспект, набережная, площадь Пушкина, Кокуй и парк Степанова. Новый вид бульвара не предусматривал парковку, а этой роскоши центр города позволить себе не может. Поэтому был заказан еще один проект. Пока это только концепт, о сроках и деньгах речи не идет. Идею только предстоит презентовать инвесторам. Инвесторы сами считают из своих экономических ситуаций, из своих реалий, из своих возможностей, сколько для них все это может обойтись. Естественно, что как для инвесторов, так и для нас, очевидно, что только за счет инвесторов, наверное, проект реализовать будет невозможно. И, скорее всего, будет совместное партнерство, то есть государственно-частное партнерство, так сказать, да, когда часть денег дает бюджет, часть денег дают инвесторы.